Президентом Кипра стал Никос Христодулидис, бывший министр иностранных дел республики, победил во втором туре президентских выборов. Он набрал 52% голосов. Его конкурент, экс-дипломат Андреас Мавроянис, получил 48%. Отмечу, Христодулидис – восьмой президент островного государства. Новый глава будет занимать высший пост страны в течение следующих 5 лет. Он выдвигался в президенты как независимый кандидат. Его поддержали Демократическая партия, Движение за социал-демократию, партия «Демократический фронт» и движение «Солидарность».